Вани. В общем, сегодня Пари Сен-Жермен настроен решительно, и главное, что настроен несен. Так что последняя игра на сегодняшний день у Парижа была аж 5 декабря. Дежурная победа. Плюс холодно, практически минусовая температура в Белграде. Здесь уже зима. Теперь ожидать матч. Йованчич, 29-й, Марко Марин, номер 17-й, Велько Шимич, 21-й, Эдинсон Кавань, 9-й, и Неймар, 10-й номер. Томас Тухель, немецкий тренер, возглавляет Пари. Две команды, которые отправятся в плей-офф. Три претендента – это Наполи, Пари Сен-Жермен и Ливерпуль. Параллельный матч в Англии. Напрячься по полной. Ну и антураж. Антураж этого стадиона, который в простонародье называют... борется за свое, за попадание в Лигу Европы, сражается с Рвеном Звезда, ну и, естественно, Пари Сен-Жермен ждет только первые минуты, и более-менее легко это держать, Мбаппе! Смотрим, ну там, так, знаете, югославские штучки, да, то, что называется, очень незаметно, просто усаживайтесь поудобнее и смотрите за этим футболом, в котором так много мотивации, так, если бы только этот класс... на бумаге, который решал себе встречу, мы с вами двух центральных, то, возможно, все-таки, ну, в предматчевом, по крайней мере, раскладе. Возможно, ситуация идет планомерная работа. 0-0 у нас с вами. Что-то подкинуть. Неймар! Неймар! Передача на Мбаппе! Снова отоборонялся. Мбаппе поборолся за мяч, откинул Неймара. Неймар скользит на этом поле немножко промерзшим. Это обратный пас, но Звезда готова к тому, чтобы... Пока аккуратно обороняется. Пяткой Неймар получает тот Мбаппе. Мяч штрафной, снова Ди Мария, Рабона. Тухель обстоит немножко хитрее. Мбаппе. Ох ты, на своем широком шаге уходит, уходит уже в штрафной. Мбаппе прострел. 1-0. Одно удовольствие, конечно, смотреть. Передача идет на Кавани, все, гол. И здесь Стойкович уже бессилен. Цепляет. Оп! И все, ничего хитрого. Но вот этот шаг, он оставляет соперника за спиной, который нас отсылает к Тьерри Анри. Или уже к самому Мбаппе. Атака с бронебойными орудиями. Это классика жанра. Это невероятная... А вот и опасная атака. Кавани уходит на дриблинге. Сразу так протыкает. Пас на угол. Штрафной. Подбор. Здорово ворвались. И пробить поворот. Между прочим, Бен Набуан этот удар вносил. Лучший бомбардир. Который, правда, сделал пас. Сейчас снова низом. И это никуда не годится. Опять тут же попытка придумать удар. Момент. Вот как сейчас. Там... И туда, на левый фланг. Отличное подключение. Бернат. И тут Мбаппе. Стойкович уже здесь. Защитники. Ух. Мбаппе. Пас пяткой. Красиво. Верратти. Верратти бьет. Неплохо. Разыграно. Ди Мария. Прострел вдоль ворот. Но... И уже не первый раз себе. Неплохо. И снова на свободное место. И снова прострел. Уж не знаю, за что он сегодня даст пенальти. Эти ребята стоят, ждут шанса. Мбаппе и Неймар пошел сейчас в оборону. Пас на свободное место. Не думая об этом моменте. Мбаппе. Мбаппе. Скидка назад. Берна. Есть ему замена на правом фланге обороны. Ух ты, Мбаппе! Защитник, кстати, есть немец в составе Црвеной Звезды. Это не та была пауза, из которой можно было бы все форму растерять. Франции последний для Пари Сен-Жермен. Штрафному. Пас налево, можно вырезать мяч в штрафную. Вот самого Павкова там не хватит, но... Бен, давайте так, какой без замаха, как любит Неймар. Чтобы не успел отреагировать голкиперу. Полезным для таких вот
ужасы, ужасы. Неймар. Неймар в штрафной катит. Не понял его. Верно. Ну а что Париж? Не думаю, что сейчас эти 1-0. Это то, что прямо... Ух ты, здорово! Неймар в штрафной уже бразилец. Это его точка! Пару раз валялся. Это его конек. И Неймар, он посылает прорыв. Сам догоняет эту атаку. Может получить обратный пас. Нет! Как, кстати, Калла. Стойкович, свои излюбленные приемы. Примени. Конечно, на затылке глаза у Неймара есть. Но в данном случае они сам своими шагами догоняет. Опцию дает. Передача, но нет. Уже свой номерок он в эту очередь взял. Теперь ждет. Мяч отправить в ворота. Ну что ж. Но рывок Мбаппе. Ар! Потому что все. Мбаппе. Мбаппе пошел в дриблинг. Получил по ногам. Этот поезд не остановить. Ух ты. Прекрасная передача. Мбаппе. Блин, далеко. Сброс пятка. И еще дальше. Ну что, можно завершать. О, как плохо с мячом обратно. Будем его так называть просто потому, что это красиво. Ну, а красно-белые футболки на хозяйских футболистах. Не столь очевиден этот вопрос в последнее время. Бернат и Керрер по флангам, Тиаго Сильва и Кемпем Парижа. Так что, ну, что там отдыхать? Все и так в тонусе хорошем, еще и паузу получили. На дальний же возвращает долг, я так понимаю, вратарь. Цервина звезды, собственно, чемпионата. Осталось только Лига чемпионов. Итак, прострел, ну нужно забивать! Болбой здесь... А вот опасный момент и удар. Место у звезды продирается дальше. Он в лицевую, потом решил сместиться в центр. Но там уже защитники его накрыли. А тут подача. Ох, на опережение сыграть в дальнюю. Искать себя в игре. Да, нападающий зависит. Дыхание игры. Почувствовать себя снова, снова конкурентным. Прострел и... Далее еще левее, добежать туда, там уже в оборону возвращается Кавани, подача, удар. Смогут ли они диагностить топ-команды без своего гола? И в ближнюю. Попасть в лед, пойман мяч. Как же к атаке, вот так все перемещалось. И перемешалось. Это еще удар, как минута 1-2. Сумасшедшим отрезки не вернулись. Хорошие. Считают сербы, что и была игра рукой со стороны капитана парижан. Опасно отдал на Демарию. Демария в центре оказался. Катит направо. Можно. Звезды. Не. Может быть, настрой немножко угас. Ну, додавали на молекулы в первом тайме. Возвращается. И сейчас сдерживает эту атаку. Удар. Неймар. Ну что, ставить точку. Свободную зону. Передача на Неймара. Неймар дальше. Катит на Мбаппе. Мбаппе. Просто может. Но не взрывное. Марин притаился за спинами защитников, берет игру на себя, будет бить и бьет воротом. Рикошет. Своей наглостью и настырностью взять да и пробить по воротам. Нет, это подача. Подпустит соперника легко. У нас замены будут. Ричмонд Буаки, я вижу, 13 мячей. Шансы есть, пока не прозвучал финальный свисток, как известно. Подача. На дальний штаг удар! Плюс 2 преимущество по голам. Это красиво исполнено. Подпадающий белградский снег. Мяч. И аккуратная подача Ди Марии. Отлегло у Парижа.
не то защитник, не то опорный полузащитник сегодня. Везде играет, ну и понятно. Керрер так здорово выпрыгнул. Нет, это Маркинес, конечно же. Юрген Клоппа ведет, но гол Наполи все поменяет. А вот гол Мбаппе может... Энцелди, не знаю, здесь-то понятно. Он умеет давать передачи, ну и это... Ну не будем уж совсем его представлять. Неймар, ну наконец-то он поделился. Две голевые плюс гол. Шикарный белградский.